Не в силе Бог, но в правде. Так говорил великий князь Александр Невский. В день памяти святого почти каждый цитировал полководца. В этот же день в Ульяновске увековечили память государственного деятеля и открыли в его честь бюст. С этого события стартовал региональный этап международных рождественских образовательных чтений. Высота только одного постамента 190 сантиметров. Это первый памятник Александру Невскому в Ульяновске. Всего в России насчитывается 1250 монументов, посвященных великому князю. Памятник установили возле Симбирской гимназии ДАР, где в основе обучения лежат православная культура и патриотическое воспитание подрастающего поколения. В торжественной церемонии открытия бюста и возложения цветов к статуе принял участие Сергей Морозов. Александр Невский олицетворяет качество безграничной любви к нашему Отечеству. Именно в самые сложные годы Великой Отечественной войны, когда нашим дедам и прадедам очень важна была моральная поддержка, именно тогда появился Великий Орден, Орден Александра Невского. Принять участие в историческом событии на родине Ленина изъявил желание и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету, финансовым рынкам Сергей Рябухин. Это такое символическое, но очень важное событие для нашей земли. Я думаю, что многие, и не только дети и юноши, молодые люди сегодняшнего времени будут ориентироваться на этот героический жизненный путь выдающегося нашего соотечественника, ну и последующие поколения. В 2021 году наша страна готовится отметить 800-летие со дня рождения Александра Невского, причисленного к лику святых в 1547 году. В рамках регионального этапа международных рождественских образовательных чтений, помимо открытия бюста, состоялось освящение места строительства будущего храма в честь Александра Невского на проспекте 50-летия в ЛКСМ. Там же будет и площадь имени князя. 20-21 учебный год во всех образовательных организациях Ульяновской области объявлен посвященным году Александра Невского 800-летию, согласно указу губернатора Ульяновской области. Во всех школах уже с сентября месяца проводятся различные мероприятия. Это и показ на уроках художественного фильма «Александр Невский», это и классные часы. Один из таких в Ульяновской Мариинской гимназии проведет гость из Москвы, доктор наук, профессор, а также доверенное лицо президента России Александр Воловик. Что такое патриотизм? В первую очередь, это любовь к своей семье. Любовь к друзьям, близким, родным, своей школе, альма-матер, городу, области и, конечно, всей России. У нас с вами задача сделать великую реку истории. Череду юбилейных событий продолжит онлайн-трансляции концертов и тематические выставки. Наталья Улова, Юрий Ломатов, новости Ул Правды ТВ.